всегда рискует, поэтому не застрахована она, увы, от помарок. Татьяна Воложанина, третий номер сборной Болгарии. После Катрин Тасевой и Баряны Калейн эти девушки не принимают участия в соревнованиях в Ташкенте. Поэтому будем знакомиться с Татьяной Воложаниной. Тоже так, на контрасте с Настей упражнение Татьяны смотрится не столь эффектным, не столь сложным, да, то есть тут совсем, ну, простенькое по работе с предметом было упражнение, но прошла болгарка его чисто, по телу тоже каких-то больших проблем я не заметила. Единственное, что мне эта гимнастка кажется достаточно тяжеловатой на ковре, да, особенно когда... Ну, в общем-то, в прыжках это заметно. Опять-таки, да, здесь возвращаемся к той теме, которую я озвучила в самом начале, обещала к ней. Ее больше особо так не затрагивать. То есть то, что не в оптимальной физической форме сейчас очень многие гимнастки. Это даже стороной лидеров не обошло. Ну, поворот, конечно, неплохо. Очень неплохо она выкрутила. Музыку, я думаю, что многие узнали. Да, музыка детства... многих, кто рос, скажем так, в конце 90-х, в начале 2000-х, мультфильм «Анастасия», саундтрек из этого мультфильма. Ну и вот это тоже, да, легкость, какая-то мечтательность, вот эти воспоминания, которые заложены в эту музыку. Немножко артистический, да, образ недоработан, на мой взгляд, у этой гимнастки. 23.85. Оценка пока... самая маленькая у этой гимнастки. Но она девчонка молодая, ей 18 лет. По сути, это ее первый такой сеньорский сезон. 18 лет ей исполнилось только в январе. То есть, собственно говоря, все.